Все, что есть у меня, теперь твое. Извините. Хорошо. Привет, Рос. Я думаю, можно использовать в отделке каменные вставки. Уже? Вас ведь так зовут? Уверена, вы квалифицированный специалист, иначе бы мой муж к вам не обратился. Но прекратите говорить с ним так, будто меня здесь нет. Анна, я спроектировала не один роскошный дом. Для вас я миссис Грей. И это не еще один модный проект, это наш будущий дом. Да, и если вам нужна эта работа, настоятельно советую не заигрывать с моим мужем и руки держать при себе. Иначе можете забирать свои красивые картинки и проваливать в Сиэтл. Вам решать. А, извините, миссис Грей, но мне бы и в голову не... Этого не повторится. У вас все хорошо? Да. Мы обсуждали альтернативные варианты. За нами хвост. Тот Додж? Сойер пробил номера фальшивые. Оторвись. Серьезно? Серьезно. Газуй. Myself, no, baby. Be my obsession, my possession, baby. Ты успеешь, не тормози, обходи его слева. Круто. Миссис Грей. А сейчас будь хорошей девочкой. И прогуляйся со мной к лифту. Тихо и спокойно. Миссис Грей, отпусти ее! Что стоишь? Давай, стреляй. Брось нож. Руки за голову. Руки за голову или стреляю. Вы как, миссис Грей? Он вас не поранил? Нет, все нормально. Достань наручники. У меня нет. У меня есть. Я имею в виду, я пойду поищу. А я думала, ты на меня злишься. Идем в красную комнату. Я заварю тебе чай. А я жутко неуклюжая. Не смешно. Господи, течет, нужно остановить. Анна, ему никто не поверит. Его бывшая секретарша готова подтвердить, что... Я беременна. 6-7 недель. Ты укол не сделала? Как же так? Прости. Я знаю, сейчас не время. Это не входило в мои планы. Я хотел показать тебе мир, а не закаканные пеленки, черт возьми. Ты серьезно думаешь, что я готов стать отцом? Нет. Не готов. И я тоже не готова стать матерью, но я уверена, что мы справимся. Справляться я тоже не готов. Господи, Джек, остановись! Я выполнила все, что ты сказал, привезла тебе деньги. Снова хочешь меня унизить? Нет. Тварь! И где теперь твой Кристиан? Джек, не нужно! Пожалуйста! Ты же обещал не убивать ее. Ничего, она еще жива, еще не сдохла. Ты получил свои деньги. Оставь ее, поехали. Нахрен мне сдались ее деньги. Хватит.
Тейлор, освободи меня. Анна? Анна? Анна, ты меня слышишь? Хочешь поиграть? Да, сэр. Выходите из роли, миссис Грей. Но я смогу это пережить.